Всем привет! Сегодня я приехала опять в Юрмалу. Только вышла на другой станции. Вышла на Майори. Думаю, пока есть погода, пока есть время. Нужно пользоваться моментами и снова приехать в Юрмалу. Сейчас немножко вам покажу станцию Майори. Вот там вот улица Йомас. Пройдусь, погуляю по ней. Ну вот это вот станция Майори. Здесь общественный транспорт, автобус. Это река Лелупе. В ту сторону идет электричка. Там дальше Асари, Вайвари, Слока, Тукумс. Ну, а я приехала вот оттуда, там, в той стороне Рига. Видите, сегодня какое небо снова затянуто. Я, кстати, на прошлой неделе приезжала в Юрмалу. Тоже такая дымка была, но как-то потом после обеда солнце выглянуло все-таки. Ну, а сегодня 23 градуса показывают. Вот здесь вот. Ну, ладненько, пойдемте. Пройдемся по улице Йомас. Вот здесь вот она, кстати, начинается или заканчивается. Здесь небольшой скверик такой. Да, видно, кто-то хорошо погулял. Я вначале подумала, что они живые. Да-да, многие так. Да-да, особенно издалека. Интересно, так оригинально. Клумбочки, пушистики. Конечно, сейчас народу не как раньше. Раньше очень было много. А сейчас, вот видите, вообще. Да, там вдалеке есть. Но вот здесь вот мало. Так, здесь ресторан, пиццерия. Вот такое название. Не отсвечивает, не вижу. Столики на улице есть. Так, магазин Веско, продукты. Так, здесь магазин оптика. Там дальше винотека, алкогольный, кого интересует. Так, это филиппица. Ну нет, народ сидит, обедает, кофе пьет. Магазинчики с одеждой. Нижнее белье. Вот здесь вот цены можете посмотреть. А почем мороженое у вас? Два евро шарик. И если вафельку, то еще 2 плюс
А вот это сине-желтое, это какое? Это он со вкусом цветов, как чай с молоком, что-то такое. Я могу дать попробовать. Ой, не, спасибо. Ничего себе. А вот это красное, темное? Это сорбет из лесных ягод. Ух ты. Он такой кисленький, свеженький. Ух ты. А, ну да, шарик 2 евро. Еще раз? Не-не-не, я просто снимаю, спасибо. Так, еще мороженое. Ой, как вкусно пахнет вафлями. Или попкорном. Ой, вкусно пахнет. Так, вот здесь вот спа-центр. Кстати, очень классный. Фонтан. Сразу такая свежесть. Да, отель Юрмала Спа. Зона релакса. Там вот и бассейны, и бани, джакузи. Классное место. Кафе 53. Ну вот тоже народ сидит. Не совсем пусто есть, конечно, но не так, как раньше. Здесь еще одни магазинчики. Кто-то тоже релакс получает. Как тут оригинально сделано. Видно издалека. Что-то тут такое интересненькое. Шашлычками пахнет. Здесь тенечек, хорошо здесь отдыхать. Такую музыку ничего не хочется даже говорить. Хорошая музыка. Так, сувенирчики, магнитики. Все связано с Юрмалой, с Дзинтари. Красивые вот эти вот. Магнитики по 4 евро.
33 евро, ну можете посмотреть, какие цены. 28, 27. Так, ресторан Ганбэй. Тоже посадочные места есть. Народу не очень много. Гриль Фиш Йомас Терраса. Интересное такое здание Битыте, что в переводе означает пчелка. На третьем этаже там посидеть им можно. Балкончики. Кондитерская. Так, а вот в Калгари 27 августа будет праздник. Будет концерт. Это с часу до 6. Нет, это расписание. Будет, смотрите, концерт, выступать Лайма Вайкулы, Интерс Бусулис. Какой-то Лазарус-шоу будет. Да, интересно, кто проживает там. Так, это будет на Таллинас Ела, на улице Таллинас. Интересно. Так, магазин одежды Мэтта на улице Йомас находится. Это я не знаю, что это такое. Что это такое? Какое-то детское кафе, наверное. Подушечки на машину крепятся. Какая вам по душе, такую приобретаете и на машинку, на свою. Интересно. Вот это глобус Юрмала. Шар, глобус. Кто как его называет? Оказывается, он крутится. Нет, пожалуйста. Можно его раскрутить. Это что такое? Купол. Купол бабочек. Можно зайти посмотреть бабочки. Юрмала Стаурини. Юрмальские бабочки. Так, ладно.
Сейчас хочу посмотреть, дойти до концертного зала Дзинтари и посмотреть, что там. Какие концерты. Знаю, что проходят концерты. Смотрите, какой оригинальный вход вниз. Раковина. Нет, это не раковина. Ну да, это ракушка. Ракушка, да. Оригинально сделано. Ну вот там вот дверь. Вот концертный зал Дзинтари. Вот там вот внутри здесь вход. Так, кто тут у нас еще приезжает? Вот, может быть, кому-то будет интересно. Я пройдусь, посмотрю, покажу, когда кто выступает. Здесь уже повторяется. Вот там вот концертный зал. Вот это вот вход. Кстати, сегодня погода очень комфортная. Вообще нету жары этой. Вот я сейчас только поняла. Так, Дзинтари. А все равно люди загорают. Есть волны побольше. Тогда, когда я была последний раз на прошлой неделе. Вот видите, какие волны. Пойдемте посмотрим, какая сегодня вода. Ну, судя по тому, что купаются не очень много, наверное, холодная. Сейчас посмотрим. Что это такое? Честно, я не знаю. Что это за фигуры такие? Интересно, здесь тоже медузы есть. Но запах не такой сильный, как в Булдури, где я была на прошлой неделе. Ну, сейчас посмотрим, какая вода. Ну, тоже, видите, зеленые водоросли эти. Так, 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 так. Еще надо найти, где пройти. Вот реально я зашла, у меня уже немного сводит ноги, потому что вода очень холодная. Ничего себе! Смотрите, волны какие. Ой, какая холодная. По сравнению, какая сейчас, на прошлой неделе была вода кайф.
Ой, все, нет, ноги сводят. Очень холодная. Немножко вам релакса. Шум волн, воды. Да, слушайте, такая водичка. Холодненькая, закаляться можно. Кто хочет, приезжайте, закаляется в Юрмалу. Сейчас такая водичка, как раз для закалки. Обратно хочу пройтись по этой улице. Такая она симпатичная. Сосны высокие. Оригинальные деревья. Подстрижены, смотрите, вообще. Прикольно здесь. Все равно ощущаешь такое, знаете, некое спокойствие. Вроде бы ясно. Только хотела сказать, что спокойно. Ну да, такое, знаете, душевное спокойствие в Юрмале все равно ощущается. Несмотря на то, что есть туристы, есть народ, местные жители, но какой-то такой релакс. Посмотрите, какая здесь красота. Ну, не могу вот это вот не заснять. Вот этот вот дворик. Какой красивый. Смотрите, какие лоджии. С цветами здесь. Как все чисто. Газончик. Красотища. Еще здесь дамочка такая. Девушка в шляпе и с сумочкой. Очень оригинально. Классно. Какого размера янтарь? Да. Это вот здесь вот находится.